Это очередная партия перелифта. Вот с такими есть ярко-красными оттенками. Слоистой структурой сверху, наподобие халцедоновой корочки. Вот тоже рисунок нежный, такой привлекательный. Вот. Вот оригинальный рисуночек. Разные буквально. Это вот медовый, он даже просвечивает. Вот белые, красные полоски. О, какой изумительный перелифт. Хороший образец. Ну и часть здесь я для себя оставлял, но так случилось, что, наверное, не заниматься уже. Есть со спилами, вот с такими, видите, уже сразу видно рисунок. О, вот здесь вот. Если правильно вырезать, интересно получится. Это рядом что-то изжило. Аметисто видно, что ли. Ну да ладно, сюда. Вот и попадет. Вот тоже спил. Здесь такие небольшие средние образцы. И красноватые. И вот здесь белые. Тоже можно обыграть этот цвет. Видите, такой орнамент идет белый по желтому. Это мой спил. Вот он. И коричневый. Вау. Какой вот это абстрактный рисунок какой-то. Тоже спил. Это что-то медовое. Вот видно на солнышке. Классно просвечивает. И красноватый еще оттенок. Конечно, кто занимается поделочными камнями, это изумительно. Вот они спилы. Вот на этих двух небольших. Здесь красный. А это вот тут с такими завитушками, финтифлюшками. Буквально разные цвета. Вот тоже нежный переход от белого к коричневому. Здесь тоже. Это из разных жил перелифтовых. Вот тоже видите. Интересный образец. Как огонь горит. При правильном подходе можно сделать интересные вещи. Вот здесь, смотрите, здесь на белом красно. Яркий контраст. Вот здесь тоже спил мой. Это нежный рисунок. Тоже со спилом видно, что там получится.
И это тоже, он вот какой ровненький. Здесь тоже. Вот же как бывает, пока объяснялся, оказывается, ведро-то с трещинкой, ну и вода вон побежала. Это из жилы зеленоватой. Он-то, чем глубже, тем он некрасивее. Вот, медовые переходы. Это плашечка. Такая плашечка. Пришлось ведро поставить в кастрюлю. Вот и все с месторождения шайтанского перелива. Своя октябрьская месторождение разное, медвежское и октябрьское, и шайтанское, как только не называют его. Вау! Вот тоже образец. Да, красава. Вот спил хороший. Очень много здесь. Каждый внимательно не покажешь. Плашечка интересная. Хорошо. Хорошо. Спина уже. Вау, смотрите. Вот это образец, так образец. Так, сейчас я... Такие я редко находил. Краса. Краса, краса, краса. Да тут каждый образец изумительный. Темненькие, светленькие. Что только нет. Вот спил. А некоторые хоть сразу, как говорят, в рамку. Вау. Какое разнообразие рисунков. Какой год, я на него смотрю и все время поражаюсь красоте камня. Вау. Не найдете ни одного, который бы повторял другой. Все разное.
Вот. Однако. Однако ведёрка закончил. Нет, вот еще палочка. Вау. Отлично. Кому нужно, пишите на почту.